Они еще только собираются в первый класс, но уже создают свои чудеса техники. А сегодня уже защищают свои разработки, почти как диссертации. Это чемпионат города по робототехнике для воспитанников дошкольных учреждений. Иван и Ульяна из детского сада номер 374 представляют комплект машин для сельского хозяйства. В будущем каждый мечтает создать своего робота. Вот создать такую машину, в которой было бы место для робота, и робот... во время поездки мог выпрыгнуть и поехать на задание на какое-нибудь любое. Помогать людям в таких вот ситуациях. Если вот забыл телефон, а без телефона никак, то он съедет быстро за телефоном и все, и привезет. Откуда у него ключи от дома? От этого? Он же робот. Он же робот. Робототехника сегодня в тренде для любого возраста. Многие родители начинают учить своих детей с трехлетнего возраста. Это не просто увлечение. Сегодня конструктор Лего, а завтра профессиональный выбор будущего инженера. А значит, будут новые технические решения в создании автомобилей, ракет, самолетов и автоматических систем. Если мы смотрим на детей и даем задания, они творят за секунду такие модели, что нам, взрослым, вообще некоторым даже не дано по жизни сделать то, что делают дети. Очередная партия гениев из нашего сада выйдет. В городском чемпионате приняли участие более 20 детских команд. И, как правило, те воспитанники, которые сейчас собирают роботов, идут в технические школы, чтобы продолжить занятие увлечением, которое дальше может стать профессией. Олег Зверев, Константин Головин. События.